Да. Чем я могу помочь? Я ищу Чарли. Он там, около бара. Спасибо. Ага. Это Чарли. Извините, Чарли, это вы? Да. Зои, да? Ты сказала, что ты подруга Иерихона. Совершенно верно. Он тут был? Откуда ты знаешь Иерихона? Мы давно знакомы. А если вы такие хорошие друзья, зачем тебе понадобилось вот так его разыскивать? Неужели нельзя просто позвонить? Это долгая история. Иерихон расследует одно дело, поэтому ушел в подполье. Мобила отключена. Может быть, он в опасности. Мне необходимо его найти. Слушай, Чарли, он оставил мне сообщение, там было твое имя. Это единственная зацепка, которая у меня есть. Ладно, я тебе верю. Я разговаривал с Иерихоном пару дней назад. Он позвонил, задал несколько вопросов, и я ответил. Вот и все. Я не хочу ни во что вмешиваться. У меня свой бизнес. И мои клиенты не любят огласки. Извини, девочка, я хотел бы тебе помочь, но... Больше я ничего не знаю. Если у тебя есть информация, я за нее чем угодно заплачу. Неужели? И чем же? Деньгами? Или ты предлагаешь мне что-нибудь другое? Например, себя? Я не... Не надо отвечать на этот вопрос, девочка. Я все понял. Наверное, ты очень любишь этого парня. Это все, что я хотел узнать. Слушай, твой друг был здесь вчера вечером. Он сказал, что есть вещи, которые по сети лучше не обсуждать. Он хотел выяснить кое-что про то место, где я когда-то жил. Оно называлось Кордон. Кордон? Это был пансионат для студентов. Им управляла англичанка Фиона. У нее и Иерихона узнал мое имя. Теперь там сделали отель. Отель Виктория. Странное место. Иерихон хотел знать про это здание все. Входы, выходы, планы этажей, все детали. Он мне не сказал, а я не спрашивал, но думаю, он собирался туда пробраться. Зачем? Ходят слухи. Говорят, что это место на самом деле не отель, а прикрытие для... Не знаю и знать не хочу. Как я уже сказал, есть слухи. Какие слухи? Слушай, здесь у меня всякие люди бывают. Я много чего слышу. Только если я начну трепаться, мне крышка. Если я потеряю клиентов, я потеряю бизнес. Черт. Учитывая, какие люди приходят сюда повеселиться, я могу потерять не только бизнес. Так что пойми меня правильно. Я хотел бы тебе помочь. Но, как я уже сказал твоему другу, больше я ничего рассказать не могу. Я понимаю, значит, Иерихон интересовался планировкой этого дома. Как ты его назвал? Кордон. Отель Виктория. Да, я сказал ему, что под зданием проходит канал и что там есть задний двор. С тех пор, как воду спустили, по каналам можно передвигаться. А попасть в здание можно, наверное, с заднего двора. Иерихон вчера пошел туда? Этого я не знаю, девочка. Честное слово. Мы поговорили, а он ушел. С тех пор от него не было вестей. Ладно. С этого хотя бы можно начать. Отель «Виктория». Спасибо, Чарли. Я очень ценю твою помощь. Не за что, девочка. Дай мне знать, если найдешь своего друга, ладно?
Наверное, это окно ведет в подвал отеля. Отмычка. Замок. Задняя дверь. Наверное, именно через нее Риза попал внутрь. Даже глазом не моргнула, несмотря на жуткий грохот. Она, конечно, злится, но преследовать меня вроде бы не собирается. Может быть, чуть позже она успокоится. Я нашла этот топор в сарае, в саду. Она не открывается. Топор как топор, ничего особенного в нем нет. Наверное, это окно ведет в подвал отеля. Опаньки! Я уронила туда топор.
Не знаю, зачем это нужно. Рукоятка отломалась, когда топор выпал в окно. Это жестянка. Пахнет бензином. Это ржавая жестянка. В этой ничего нет, пусто. Это куча грязных тряпок. Это сухая тряпка. В этой ничего нет, пусто. Ничем не пахнет, но внутри явно что-то есть. Может быть, вода? Ага, поняла. Это что-то вроде зажигалки. Кажется, в ней бензин. Думаю, в ней обычная вода. Пустая. Я не смогу туда вернуться, слишком высоко. К тому же...